Всем привет! Мы находимся с вами на выставке в городе Кропоткине. Январь, 31 января. Вот, вот это на все, да? Вот телефон жены. Вот такие стулья, кресла. У нас термо. Молодец. Я вам покажу. Тут три девочки и мальчик. А почем канареечки ваши? Две. Это самцы? Да. 2000. Голуби. Вот самочки, 700 рублей. Снегирь, Снегурочка. Температура у нас плюсовая, плюс один или плюс три, примерно так. Вот снегири. Голуби. Канареек мало, попугаев мало сегодня. Сейчас пройдем, все покажу. Людей, в принципе, много. Выставка забита. А почем рисовки? А сколько дашь? Ай, не знаю, меня просили узнать, почем. 600 рублей. 600? Вот 600, молодые. Это бледноголовые розелы. Какую цену розелы? Почем розелы у вас? Вот эти, почем? 4,5. Молодые. Это певчие. Вот еще певчий самец. Такие карликовые петушки. Вот тут неразлучники.
Карелы. Молодые, да, молодые. Я пришел, хорош. Любой запомнил, но они все запоют. Они здесь ажиотаж. Ажиотаж. Что там продают? Пожалуйста, Леха, зеленушки, снегири. Это 6 месяцев, они еще не водили. Репова. Будем ладить. Да я говорю, не пожалеешь. Попадем. Я не знаю, что репова. Вот приобрел человек. Выбирай. Хорошая. Все, пошел на развод. Друзья, вот перед нами гибрид. Зеленушки сверху. Сверху гибрид зеленушки, а снизу вот слева тоже зеленушка, а справа это гибрид репела. Канарейка и репел. Вот это вот перед нами гибрид репела, а вот там чуть дальше гибрид зеленушки. Поет уже, сидит. А вот перед нами выставочные попугаи. В какую цену такие попугаи? Рубль. Друзья, рубль — это значит 1000 рублей. А что на эти 1000? 1000. Здесь через самца или сам? Гнезда. Вот клетки с карагача. Также на выставке есть гнезда знаменитого коноровода Юрия Васильченко. Кому надо, обращайтесь в комментариях, пишите. Вот гнезда мои тут. Также здесь есть зеленушки, щеглы. Вот еще канареечки. Это вот самцы все. А что за порода курочек? Конхинхины карликовые. Конхинхины карликовые. Петушки это одни, а я говорю курочки. Ну такая у нас сегодня выставка в январе. Город Кропоткин. Если на выходе, то право. Нет, хотя бы 3 рубля. Там БМВ стоит. Хорошая порода. Акита порода. Акита? Да. Какую цену? По 15. По 15. Хотите, можете номер телефона озвучить. Может кто обратиться. 8-989-169-66-20. Ну, спасибо. Красавцы. А это сова какая? Сипуха. Сипуха. Сова сипуха обыкновенная. Потому что самцы есть, понимаешь? Самцы. Но они пока, они хорошие самцы, их там даже давали. Но в этом году я его садил, Через кулек плохо видно, но слышите, как поют киннера. А 2,5 есть? 2,5. Потасовка. Ага.
петухи приветствуют зрителей. Вот он прокукарекал, красавчик. Вот перед нами Джек Рассел, легендарная порода собачек. Вот они. Вот самые красивые канарейки всей выставки. Обратите внимание на цвет. Это самочки у вас, да? Самцы. Какую цену они? 2,50. Зеленые по 2. Зеленые по 2. А вот там один и Гульда. Смотрите, какая раскраска необыкновенная. Давай. Ага. А вот зеленые эти. Забыл, как называется. Рисовки, рисовки. Вторую выставку и тут в кульке сидят. А вот строкач. Все равно черный выходит. В любом случае. Юрка купил. Если вас. Кролик поздоровался. Снова курочки. Крупные петушки. Кролики вот декоративные и мясные. Вот котная девочка. Три. Ну, я сказал 3200. Это карлик, карликовые кролики. 13. Вот этот мех красивый очень. За коробочку. Голуби. Снова голуби. Красивые. А здесь индюки. Чистого 7 килограмм мяса. А здесь у нас большой выбор высококачественного зерна, в котором кормят все своих канареек, попугаев. Тут любое зерно есть на любой выбор. Рапс, канареечное семя, и проса, и магар, и чумиза, и даже вот ракушка мелкая, специально для канареек, для попугаев. Вон там продавец. Вот курочки, несушки, прям здесь снесли яичко. Вот волнистые попугайчики на любой вкус и цвет, молоденькие. Шрайбикус. Пожалуйста, самые лучшие гуси. А тут прям голуби в три ряда. Раз, два, три ряда.
500 пару, все за ним. 500 забирай. Откуда вы? Ну что показала? Раз. Я знаю. Это молодой. Молодой. Три. По-моему. 4. Голубей в январе очень много привезли. Все красивые, ухоженные птицы. Голуба. И вот курочки, петушки, крупные. Это две. Вот есть некрупные. А вот фазан. Боится. Красивые чернышие голуби. А что это за порода у вас? Что за порода такая? Порода как называется? Кавказская. Кавказская. Вова, это не твои, Вова? Вот певчий попугай. Почем ваши певчие попугаи? Хозяин не слышит. В какую цену? 4,3,5. Вот так вот. 4,3,5. Нет. Не дай. Нет. Упаси Господь. Карликовые петушки. Ну вон высокая голубка, вон это, вот. Да, это что такое? Голуби, друзья, голуби. Эх, познакомить вас с бакинскими ценами. Да я знаю, что. Да, да бы. Понятно, что. А что это за порода голубей? Бакинские. Бакинские. Бакинские широкохвостые. Ну вот он. Вот. Я ее имею, у нее вон это. Ну, отломать. Она. Это хорьки, да? Хорьки? А, куницы, куницы. Вот они, хищницы. Глянем на камеру. Подивись на камеру. Не хочет на камеру смотреть. Что ты боишься? Не бойся. Помощник голубеводства. Вы напишите, это очень в птицеводстве, в голубеводстве хорошо ее иметь. Да, очень хороший помощник в голубеводстве. Не знаем, что с ними делать. А что за порода такая крупная? А? Кинг. Порода кинг. Почем ваши петушки? По тысяче. По тысяче. Вот волнистый попугайчик в клеточке.
продается вместе с клеточкой. Это как порода называется? Королевский фазан. А вот павлины. Царская птица. Сейчас я вам сниму его от кончика клюва до кончика хвоста. Вот у него хвост идет, идет. Вот так вот. Ну вот такие синие, понял, ну такой цвет. А самец есть, да? То даже таких, чтобы они были, даже надо самца. Не, гладьте, гладьте. Барана, да? Конечно. Здесь пару можем подобрать. Можем в том цвете. Вот кролик цвете породы баран. В таком цвете только самца. Продолжаем, друзья. Второй ряд у нас идет. Сегодня выставка большая. Все сразу не обхватишь. Вот здесь кольца на любой размер. В основном сегодня голуби разные, черные, белые, красные. Лиса попалась на воротник. Не хочу, не хочу. Давай, надо, давай, надо, давай, да, давай, да. Ну, уже игру человека. А соседу меня? Павлины. Мы едем 3 месяца и едем 3 месяца. Или уже пошли? Ну, значит, с бабушкой. Не знаю, но у меня Розео лютина. Самец. Видите, какой лоб крупный? Вот если крупный лоб и затылок выпирает, это самец. У самочек голова поменьше. Вот прямо попробуй, дать тебе круг. Вот попробуй, скажи. Вот карела. Карела нимфа. Чем? Это карела? Розео. Да-да. Вот я иду сзади брычки, как будто это. Они не боятся. Как порода называется это? Азиаты, узбеки? Узбеки, друзья. Вот они какие. Бухара? Вот бухара. Погонял, Валер, закрывай. А в какую цену у вас кролики? Почем кролики? Девочки.
Вот они по 600 рублей. Вот это? А что за порода? Ну, это серый великан. Серый великан, да? И какая у них цена? Цена почем? Просто в прошлый раз взял, оказалось два самца. А, не, ну это самочек, я покажу вам. Как. Ага, я думаю, может взять девчонку. А это не шиншиллы? Это шиншиллы. Шиншиллы, да? Это порода шиншилла, да? Вот у нас самка. Это самочка. Да-да-да-да, точно. Точно. А они у вас привиты или так живут? Да. Надо прививать, да? Это вот серый великан. Тоже. А вот это шиншилла. Скажите, если у меня два черных, в принципе, можно любую взять им, да, получается? Разница. Но она по возрасту уже половозрелая? Нет, еще с месяца надо. До марта примерно смело, да, подержать, да? Да. Вот, друзья, думаю, может кроликов себе завести. Это у меня есть два самца, оказывается, надо вот самок взять. Скажите, как порода, порода, как называется? Молодая, это головка, шейка, черношейка. Черношейка. Что? Вот это, вот. Сейчас, смотри. Сейчас будут ловить черношеечку, самочку, вот. Головку. Головка, шейка. Голубочка. Голубочка. Это молодая. Да, да, это молоденькая голубка. Точно работает? Ну иди, да? Я буду врать. Я седьмой десяток уже пошел. Смысл врать. Порода называется Пакистан. Красавцы. Приедем, снимай. Да, мы снимай тоже. Да нет, пугайте, снимай, чтобы люди видели, что вы... Правда. Друзья, вот встретил блогеров. У них тут аппаратура специальная. Вот есть канал блогер «Сельские голуби». «Сельские Владимир голуби». Меньшаков, да. Владимир Меньшаков. Вот так вот. Так что заходите к нему тоже на канал, смотрите. Интересное видео. Новоалександровск. Город Новоалександровск.